Итак, пацаны, задание сегодняшней линейки это первое. Взять свой аппарат за руль, за раму, за что там возьмете, то и получится. Поднять на цапа, ну или как можно выше, чтобы оторвать переднее колесо. И 5 раз его крутнуть рукой и подождать, пока колесо по инерции, как говорится, остановится. Это называется процедура в механике выбег колеса, вернее, в автомобилестроении, мотостроении, время выбега колеса. Вот мы посоревнуемся, у кого там самые лучшие подшипники, хороший накат, отсутствие дисбаланса. В общем-то, пример, сейчас я вам покажу. Будете ржать, конечно. Это из Чермета достанный мопед Стадион 1960 года. И, в общем-то, делаю раз, два, три, четыре, пять. И все. Стоим и курим. Ждем, пока это колесо остановится. Несмотря на то, что мопед был достан из Чермета, на советской смазке подшипники по сей день хорошо держат инерцию. Я, наверное, задолбаюсь тут с вами болтать, пока оно остановится. Да, это, кстати, по-моему, будет один такой, как первая наша линейка, там, с временем работы на закрытом кранике. Но зато в этот раз никому ничего не надо будет заводить. Просто приложить свои усилия там. Мне вот интересно будет, как там народ, если кто-то выступит на тяжелом мотоцикле, и те ребята там бонусом получат. Часа 24. Ну, где-то секунд уже 40 крутится. Никто не может поверить, да, вот этому колесу 55 лет. Ну, видите, крутится. Крутится и катится. Хороший накат. Да, бомбезный будет мопед, я вам говорю. По любасу его буду восстанавливать, он мне понравился. Сразу влюбился за него. Просили немного. По цене, а то, что заплатили металлоломщикам, ну, пусть надбавку захоронили. Да. Кстати, оно, видите, там с минимальным биением. То есть люди не сильно много ездили на нем. Можно медитировать. Так, смотришь, как крутится колесо уже 2 с лишним минуты. Хоть бы замедлялось, что ли. Я тащусь с этого мопеда. Мне еще кажется, знаете, что у кого будет самый большой диаметр колеса, тот уже предварительно будет в победителях. У большого колеса инерции больше. Это так, подсказочками. Ну, вроде замедляется. Замедляется. И хрен останавливается. Жить мне аж скучно становится. Так. Мопеду 55 лет, а он может играть в такие конкурсы. Не, наверное, я точно буду участником. Если вот этого никто меня не переплюнет, то любой слово так поставит. Да кому там я нужен? Алле. Да-да. Угу. А когда примерно? Я тебя понял. Хорошо тогда. Все, давай.
Даже вон позвонили по работе. Колесо все крутится и крутится. Крутится и крутится. Ну что, слабаки, попробуйте переплюнуть 55-летнего дедушку, прародителя отечественного мопедиста. Посмотрим. Господа, которые предполагали сдать его в чермет. Переплюньте, пожалуйста. Вот вам реальный шанс. Вполне реальный шанс переплюнуть вот этот чермет. Как вы выразились. Рука моя вот, я не помогаю. Чуть-чуть, и он остановится. То он с 5 оборотов рукой уже крутится более 5 минут. 5 раз сильно крутнул рукой. Вы все это видели. Для примера, кстати, если кто думает, что у него там нет тормозных колодок, тормоза есть. Умеете регулировать, ребят? Все, жду ваших ответов. Поборите дедушку 55-летнего. Всем пока.